Руководитель SpaceX Илон Маск попросил пользователей интернета помочь найти причину катастрофы Falcon 9. В Твиттере он призвал подписчиков присылать видео, аудио и фото, связанные с аварией. Случай небывалый. Все знающие инженеры обращаются к простым обывателям. Но расследование буксует, вопросов больше, чем ответов. Ракета взорвалась во время рутинной операции при заправке кислородом. Двигатели были отключены. Что привело к аварии, пока не знает никто. Напомню, ракета взлетела на воздух 1 сентября 2016 года на космодроме Канаверал за 2 дня до запланированного старта.